В Самаре в рамках строительства станции метро «Театральная» специалисты продолжают переустраивать сети инженерного хозяйства. Работают с трубами газа и водоснабжения. Ранее в историческом центре на участке улицы Вилоновской от корпуса технического университета до угловой части площади Куйбышева было вскрыто дорожное полотно. Здесь расположены две газовые магистрали разных диаметров, рассчитанные на среднее и высокое давление при подаче. Трубы будут пересекать тоннели метрополитена, поэтому при перекладке подрядчик позаботится и о том, чтобы инженерные коммуникации были защищены специальными футлярами. Это необходимо, чтобы исключить влияние сетей на тоннели в случае аварийной ситуации. Также в районе улиц Вилоновской и Галактионовской участок ориентировочно к середине месяца готовит к переврезке водопровода. На второй площадке метростроя на перекрестке улиц Полевой и Новосадовой готовится к установке башенных кранов и крана мостового типа. Они необходимы, чтобы в будущем специалисты собрали в этой зоне тоннелепроходческий комплекс, когда доставят его детали. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Появление станции «Театральная» позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру города, чему уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В будущем с открытием станции подземки жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться в центр города и обратно. Конечно, я надеюсь, что все жители города понимают и осознают важность этой стройки. И мы ждем, когда же эта станция заработает, и когда у нас объединятся все жители нашего замечательного города.